Приготовим многим знакомое корейское блюдо сями. Для этого нужно сварить густой пуктяй и пожарить картошку. На растительном масле сначала обжариваем мясо, затем отправляем лук. Жарим до мягкости, добавляем соевую пасту. Постоянно перемешиваем, жарим около минуты. Затем погружаем картофель и кабачки. Немного обжариваем, по желанию добавляем острый перец. Пару раз перемешали, наливаем воду, столько, чтобы слегка покрылись овощи водой. После закипания добавляем проросший маш. Дальше варим до готовности. В конце тонкой струйкой вливаем взбитое яйцо и соль по вкусу. Теперь жарим привычным способом картошку. Ну вот, для семьи у нас все готово. Густой пуктяй, жареная картошка, кимчи, вареный рис и листы салата. Также понадобится жареная соевая паста или паста самджан. Берем лист салата, кладем рис, затем кладем пуктяй, жареную картошку, кимчи и жареный тяй. Всем приятного аппетита!